Всем привет, с вами Ирина Маркелова-Агапова, и прошел еще денек, и спешу поделиться с вами своей радостью, что я за 5 дней в проекте «Апельсин» заработала 10 370 рублей, и это классно. Мои партнеры записывают видео о том, что они получают переливы, я их выставляю на свой YouTube-канал, у нас идет супердвижение, и наш чат постоянно пополняется, уже 26 участников, которые активно продвигают друг друга посты. Денежка поступает сразу на Payeer кошелек, не задерживаясь в проекте, и не нужно выводить все сразу на Payeer кошельке. Вот сейчас вы видите мои доходы каждый день. Вот сегодня у нас 22 сентября. 21 сентября, 20 сентября. Доходы каждый день, и их много. И народу очень-очень много. Очень много присоединяются к нам. Смотрите, мои партнеры. У меня партнеров за эти 5 дней уже 55 человек. И они все в порядке живой очереди получают переливы. Естественно, которые оплатили. Есть и неактивные, но в основном люди заходят на 3 площадки, потому что только с 3 площадок можно иметь хорошие доходы. Вот, например, сегодня Елена у меня получила переливчик 1300 рублей. Вот, с первого стола заработано 300 рублей. А с Верны вот заработано 1300 рублей. Пришел от меня перелив. Алексей под меня зарегистрировался и встал переливом под Елену. Красота! А мои матрицы заполняются с каждым днем. Смотрите, в первый день я закрыла первый стол. Второй стол у меня сегодня закрылся. И третий стол. Я перешла в третий стол, где я буду получать уже гораздо другие денежки. А всего прошло 5 дней. Салустиана площадка, которая стоит 120 рублей, тоже у меня сегодня закрылась буквально за 5 дней. Вот эти все люди получили от меня переливчики. И площадка Верна, которая 1450 рублей. Первый стол закрылся, и второй стол уже начал потихонечку заполняться. Проект новый, люди в него идут очень охотно. Заработано 10 370 рублей. Площадками вы можете ознакомиться на главной сайте. При регистрации проверяйте, чтобы попали под Ирину Маркелову. Это важно. Помогаю только своим партнерам. И если вы купите 3 площадки, подарю вам урок в ВК, как зарабатывать по новой стратегии ВКонтакте, чтобы люди сами просили ссылку на ваш проект. На этом я заканчиваю. Всем пока-пока.